Ну привет! Сегодня не с пустыми руками. Смотри, что у меня есть. Знаешь, что там? Это же куча хлама, который есть у каждого дома. Ну, например, у каждого есть куча фотографий, альбомов с фотографиями неразобранными. И, может быть, найдется проволока. И, возможно, у кого-то с отпуска осталась маленькая ракушка, которую мы сегодня используем в качестве держателя фотографий. Ну что, рискнем, да? И у нас на это будет... Ну, как обычно, 2 минуты. Ракушка будет основой. Чтобы это сделать, нужно взять один конец проволоки и закрутить ее вот так вокруг пальца несколько раз, чтобы у нас получилась спиралька. Вот, потом высвобождаем палец. И... Обязательно важно вот что сделать. Взять фотографию, встроить ее в специальный отсек и немножко прижать, чтобы наша пружинка плотно прилегала к бумаге, к фотобумаге. Так, теперь делаем основу. В нашей раковине есть отверстия. Вот они-то нам как раз и пригодятся. Выбираем любое подходящее. Ну, скажем... Море шумит. Ты слышишь? Море шумит. Вернемся. Продеваем отверстие. И точно такую же пружинку, только меньшего размера, делаем. Таким образом, вот, сгибаем немножко, чтобы она у нас не выскальзывала. Когда у раковины есть вот такие шипы, выступы, очень удобно их использовать. Это дополнительная основа, за которой будет крепиться наш фотодержатель. Вот так. Теперь он точно не соскользнет. Проверим. Итак... Чуть-чуть прижимаем. Вуаля, готово. Мы уложились меньше, чем 2 минуты. Какие мы молодцы. Итак, у нас есть 2 фотодержателя. Как видишь, это очень просто. Ты сам справишься с этой задачей. А я прощаюсь с тобой. Увидимся через неделю. Пока.